Всем здорово! Всем привет! Hello everyone, it's Ebato. Сегодня мы опять будем играть против сквада, VS против сквад. Соло, нет, соло VS против сквад. О, братишки! Братишки, всем привет! Сейчас я вас буду отстреливать с этого писта. Если мне, конечно, кто-то... Да-да-да-да-да-да-да. Так, ты где? О, здорово, здорово, здорово. Ой, ой, косой, косой. Готов. Ох. Так, что у меня осталось? То есть все патрончики я израсходовал на писте. Осталось только на автомате. Так, да-да-да. И что, помогать идешь, да, своему другу? Думаешь, кто же моего друга убил? Я сейчас отомщу за тебя. Так, что у тебя? А, снайперка. У тебя снайперка? Ты реально вышел против снайперки? Ну, со снайперкой точнее. Ну-ка, а вот так вот. Опа! Опа! Оп! Оп! Вот ты, конечно, молодец. Против со снайперки, конечно, в упор. Это очень отчаянный ход был. Очень отчаянный ход был. А то у меня броня, у меня тут это, у меня тут то. Опа! Все, дожидаемся. Дожидаемся, дожидаемся. Пока восстановится наша броня. Можно немного расслабиться на это время. Но лучше не расслабляться, потому что в любой момент может на нас напасть какой-то сквадик. Или какой-нибудь соло такой прокачанный, мощный. Все, все, готово. Так, вот здесь где-то еще бокс должен быть, да, на холодильнике. Так, где... О, конечно, конечно. Стандартная схема, тут всегда есть бокс. А в боксе всегда есть что-то хорошее. В данном случае это и... И что еще взять? И вот это возьму. Да. Топает. Кто-то топает. Кто-то топает. Отлично. Так, ко мне в гости, да, кто-то поднимается? А чё ты не поднимаешься-то, а? Почему не поднимаешься, а? Мы тебя так ждали, а ты почему-то в самый последний момент передумал. Почему ты это сделал, я не знаю. Может, подумал, здесь никого нету? Может, подумал, тебе показал, что там кто-то есть? А там кто-то был, и это был я. И идем дальше. Так, еще что у нас там? Что у нас впереди получается? Так, через окно же тут можно, да, строчить? Вот так вот. От лишнего барахла мы избавляемся. Что, еще сюда кто-то идет, что ли? Ну-ка, опа, халлоу! Готов. Почти. Ой, класс, 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 класс. 4 килла. Четыре килла уже есть, что уже хорошо. Хм, кто этот джип такой, а, сюда прекрасный подогнал? Блин, это круто. Это прям чувствуется мощь на этом джипе. Какие у него покрышки, какие у него колеса огромные. Прям давить и давить, как говорится, можно. Так, главное бы сейчас испробовать на ком-то этот джип, а? Мне кажется, такому джипу любая гора нипочем. Сундук, 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 сундук. Вроде бы здесь никого еще не было. Поэтому сундук мой, и все, что в нем, тоже мое. Так, бронька. А у меня же аптечек нет. У меня абсолютно нет аптечки. Вот и аптечка. Так, что у меня получается? Ресурсов у меня не так уж и много. О, кто-то топает. Так, ты где? Это что было? Опа! А мы тебя вот так вот сделаем, закроем. Ты типа такой растеряешься, и мы тебя, опа, и подобьем. Ну-ка. Ой, это что? Это что было? Патрончики, что ли, кончились? Да, обойма. Обойма кончилась. Самый неподходящий момент. Да, на ближних дистанциях либо дробовик, либо что-нибудь такое очень скорострельное, типа УЗИшки. УЗИшка, по-моему, распиливает только так. Главное точно, то есть стрелять. Тогда она поэффективнее, чем дробовик будет. Он
Блин, какие... Нам... О, это, как его? Я знаю, это как эта фигня называется? Лошадка? Розовая лошадка? Розовая лошадка обычно всегда себе несет какие-то подарки. Пони? Это пони? Это был пони? Это был розовый пони? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, как у тебя хп долго идет. Сейчас я на тебя все патроны потрачу, а? Окупится ли это, а, чем-нибудь? Сейчас я надеюсь, они тут... Надеюсь, сейчас сква тут не прибежит на звук выстрелов, а? А-а-а, еще немножко. Е-е-е. Так, что-то мне интересного-то, а, принес пони. Розовый пони. Что же у тебя интересного есть? Да, патроны, ресурсы. Ох ты, сколько ресурсов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, сколько ресурсов, а? Да, походу мне это на несколько игр этих ресурсов хватит. Ух ты, отлично. Отличная штука. Стенку, если что, буду делать из железа. Она самая прочная будет, пожалуй. Если на моем пути кто-то попадется. Так, внизу там я где-то должен найти этот, как его... Перчатки Человека-паука. Мне нужны червячки, хотел сказать. Мне нужны перчатки Человека-паука. Потому что на них добираться, то есть научиться, то есть этим пользоваться, это будет очень круто. Это будет очень эффективно, потому что... Машина это не очень хорошо. Машина привлекает очень сильно к себе внимание. Ее легко догонят, ее легко сносят. Поэтому мне нужны... Перчатки Человека-паука. Перчатки Человека-паука. Так, где? Так. О! Нашел. В этом месте всегда они есть, поэтому мы их забираем. Так, снайпер куда, скорее всего? Пойдется пожертвовать снайперской винтовкой? Ну ничего, ладно. Так, мне нужно сюда, да? Так, откуда начать свой путь? Опа! Ю-ху! 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 Все? Ладно, надо в общем мне еще привыкать к этим перчаткам, то есть как тут все это можно делать, как можно передвигаться с помощью них. Надеюсь, мне это получится, потому что если мне это не получится, мне придется. А, вот так, да? Ага, я понял. Ю-ху! Да, получается. Ой, ай. Ладно, над этим мне еще придется поучиться. Чтобы мне сейчас не остаться в зоне, я сейчас восполню свое здоровье. Ну-ка, дям-дям-дям-дям-дям-дям-дям-дям. Опа! Ай, короче. У-ху! Так, ну что, типа кое-как добрался, да? Так, куда мне спускаться? Как? Вообще, по идее, тут надо постройки делать. Но я что-то с постройками так себе дружу. Эй, кот, ты куда? На ком? Иди отсюда. Комп этот. Кот, блин, пытается на комп залезть, а? На комп, на мой комп. На мой супер навороченный компьютер. Пытается залезть мой кот. Что ему там делать? Касик. Сиди на ОПС и грейся. На комп не надо тебе лезть. Ха, на комп пришло залезть, а? Да. Ю-ху! А я пока буду оттачивать навыки Спайдермена. Что-то никого не видать. У меня всего 5 киллов, мало. Хочется больше. Ай, короче. Да, по чуть-чуть получается вроде бы. Так, конечно, кривенько, но... Мне нужно быть тоже аккуратным. Потому что тут в любой момент может выйти сквад какой-нибудь, и все. Мне нужно как бы это все немножко издалека делать. О, я попал туда, куда надо. Сейчас мы здесь посмотрим, что интересного есть. О, да, все, иду. Иду на звуки выстрелов. Так, у меня что получается? Вот так вот, да?
Если что, буду строить постройку из железа. Ой-ой-ой, да, я походу прям попал туда, куда надо. Ну чё, так, кто у нас тут, кто у нас где есть-то? Понятно, вот там вот. Так, вижу. Нет, пока. Надо на других переключиться. Кто более доступен, так скажем, тот, кто в зоне видимости. Так. О! Лекается. Ну-ка, давай к бату. Опа! Один готов. Так, второй. Да. Давайте, убегайте, убегайте, убегайте. Так, кто у нас еще тут остался? Понятно, я все понял, я все понял. Опа! Мы вот так вот. Делаем такое укрытие. Ты сломал мое укрытие, но ничего, у меня еще лесенка осталась. Да. Сейчас мы с тобой тоже разберемся. Не переживай, не переживай. Все будет, как ты задумал. Так, один готов. Так, с тобой надо бы закончить. Ага, с этим мы тоже закончили. О, еще там идет движуха. Ну-ка, сдалека. Одиночными патронами. Оп. Почему ты не строишься? Надо бы. Стоишь. И почему я не строюсь тоже? Мне тоже нужно строиться. Вот, уже какой-то прогресс у меня получается. То есть я могу делать стенку. И вот так вот аккуратненько отстреливаться. Аккуратненько и эффективно на расстоянии. Опа! Готов. Ну да, конечно. Конечно, ты в меня попадешь, ну конечно. А, это стража. Так, 13 киллов есть. Нормально. Хорошо. Наверстал упущенное. Обычно мне киллы достаются в начале игры. А тут получается, к концу я уже кое-как себе фраги поднабрал. О, так, это кто там в кактусах бегает? Кактусы и камни тебя, дружбан, не спасут. Не спасут тебя камни и кактусы. Ну-ка. Так, оп, нет, не попали. Не попали. Давай, братишка. Да. Ну, конечно, да, конечно. Мы твои стеночки в микс срубим. Все, готов. 14 киллов. 7 человек осталось. Полно ресурсов. Полно аптечек, полно патронов. Ну что, я в зоне типа, да? Нормально все. Типа пока все нормально, да? Но мне не нравится то, что я на открытом поле. В открытой пустыне. Так, мне бы сейчас подняться на эту гору повыше. Как мне это сделать? Вот так, может быть. Оп. Сейчас главное не свалиться отсюда. И главное, чтобы меня сейчас отсюда не свалили. Да, все очень дубово, все очень медленно, но ладно. Пять человек осталось. Я в зоне. То есть мне отсюда как бы выходить и не нужно вовсе. Нужно дожидаться. Нужно дожидаться. В каком-либо из этих домиков. Ой, да, ну конечно, я тут один какас. Какас не тут дадут одному побыть. Сколько тут человек-то, не могу понять. Один, два.
По-моему, двое. По-моему, тут двое человек. Это что такое? Это они что, по мне, что ли? Блин, они меня что, спалили, что ли? Ну-ка, стенка. Ай, эй, ай, блин, растерялся, гад. Черт, блин. А все так было хорошо. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Ну да, да, конечно, крутой танец. С вами был Бату. Thank you so much for watching this video. It's a Bato. All. Goodbye.